в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Тонировка». Что грозит водителям, которые не выполняют требования полиции и попадутся повторно? В Самаре продолжается охота на тонированные машины. Во время рейда инспекторы ГИБДД проверяли, по ГОСТу ли нанесена тонировка машин. По правилам, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. Ну, к сожалению, среди многих автолюбителей существует мнение о том, что ограничения в отношении затемнения стекол автомобиля – это, ну, необоснованное и бесполезное требование правил, которое можно игнорировать. Но, однако, не стоит забывать, что тонированные стекла значительно ухудшают видимость, особенно в пасмурную погоду, в условиях снегопада, дождя, в темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП. Буквально несколько минут с начала рейда, и вот первый нарушитель. За рулем молодой человек. Инспектор проверяет тонировку специальным прибором. Слишком темное. Приходится оформлять протокол. В ходе замера светопропускаемость стекол составила 14% при норме 70%. Данный гражданин будет привлечен к административной ответственности, будет назначен штраф в размере 500 рублей, а также будет вынесено соответствующее требование, в течение которого он должен устранить данное пленочное покрытие. Водитель автомобиля заявляет, со штрафом согласен и тонировку готов удалить прямо на месте. Да, машину еще только вот вчера купил, еще не успел ее подготовить. А ее в любом случае снимать, потому что ехать на осмотр перед регистрацией автомобиля. И сейчас на месте устраняем. На вооружении у госавтоинспекции есть система, которая позволяет находить автомобили, чьи владельцы в срок не выполнили предписание по снятию тонировки. В этом случае автомобилиста ждет административный протокол, санкция статьи предполагает штраф или даже административный арест.